Всем привет! Прошлый ролик с автотоварами вам очень понравился и за короткое время набрал огромное количество просмотров, поэтому я решил снять вторую часть. Друзья, не забудьте нажать на колокольчик и поставить там галочку, чтобы первым получать уведомления на канале. А в конце будет конкурс, все ссылки на товары в описании. Специальные очки для вождения в плохую погоду или темное время суток. Они сделаны против бликов, поэтому их удобно использовать и в солнечную погоду. В ночное время улучшается видимость за счет специальных линз. Картинка становится более контрастная, также уменьшается ослепление глаз встречными машинами. Более 4000 положительных отзывов на AliExpress, поэтому вещь действительно нужная. Антенна для радио в виде плавника акулы. Данная антенна не подключается к автомобилю и не принимает сигнал. Это лишь декоративная часть. С таким плавником любой автомобиль выглядит гораздо круче. Обычно такие плавники устанавливаются с завода на машины BMW. Да и стоит такой плавник в районе 100 рублей. В каждом автомобиле должен быть как портативный пылесос, так и портативный компрессор для подкачки шин. Но я нашел два в одном. Данное приспособление может работать как компрессор, так и пылесос. Дизайн очень стильный, товар достаточно новый и уникальный. Цена, конечно, почти 2500 рублей. Не самая дешевая, но для устройства два в одном вполне приемлемая. Специальная накладка на сиденье автомобиля или же на компьютерное кресло, которое поддерживает спину. С такой накладкой проехать сотни километров очень легко и спина болеть не будет. Накладка крепится ремнями сзади к автомобильному креслу, поэтому никуда сползать и смещаться она не будет. Да и цена чуть больше 150 рублей, будет по карману каждому. Очень часто случаются ДТП из-за мертвых зон автомобиля. В новых автомобилях премиум класса устанавливаются датчики мертвых зон, но не все могут купить себе такую машину. Поэтому есть небольшое зеркало для мертвых зон, которое крепится к стандартному зеркалу автомобиля на специальный скотч. Так что проблема теперь решена раз и навсегда. Накладка на руль из натуральной кожи – отличный подарок любому автомобилисту. Со временем каждый руль начинает затираться, таким способом можно улучшить его внешний вид. Продавец предлагает разные размеры в зависимости от вашего руля и разный цвет нитей. Более 1000 положительных отзывов. Отличная ключница со знаком вашего автомобиля. Материал, конечно же, кожа. Продавец предлагает ключницы для большинства марок автомобиля. Теперь ваш автомобильный ключ не будет царапаться в сумке или в кармане с другими вещами. Многофункциональная накладная головка, которая заменит целый арсенал различных инструментов. Вы сможете открутить одним ключом гайки различных размеров. При надавливании на болт он принимает размер головки, тем самым он является универсальным инструментом. Такой ключ нужен в каждой машине, мало ли что может произойти в дороге и что-то нужно будет починить. Флешка в виде ключа от автомобиля – очень прикольная тема, цена зависит только от объема памяти. Такая флешка пользуется большим спросом не только среди автомобилистов, а и простой молодежи, которая хочет хотя бы носить флешку в виде ключа от авто. Это отличный подарок каждому мужчине, да и заказов более 3000. Беспроводная зарядка для айфона и прочих мобильных устройств. Очень удобная штука в машине, нужно поговорить по телефону, просто сняли телефон и все. Не нужно выдергивать никакой кабель, точно так же положили на специальную док-станцию и пошла зарядка. Такую зарядку удобно использовать и дома, и на работе, я думаю, скоро все перейдут на подобные устройства. Друзья, чтобы купить товары из видео со скидкой в 3%, нужно всего лишь воспользоваться кэшбэк-сервисом Letyshop. Кто не знает, Letyshops позволяет вернуть часть денег с каждой интернет-покупки и не переплачивать за рекламу этих товаров. Лично я пользуюсь уже давно и экономлю хорошие деньги. Также можно экономить и в других магазинах, как китайских, так и в магазинах вашего города. Их более чем 900 штук. Чтобы узнать подробнее, переходите по ссылке в описании. А теперь конкурс. По традиции разыграем 200 рублей на счет мобильного или же Kiwi кошелька. Условия: поставить лайк, написать комментарий и быть подписанным на мой канал. Результаты через неделю в группе ВК и на моем втором YouTube канале. Все ссылки будут в описании.